Ой, какие красавцы! Que bello! Господи, какие они огромные! Мама дорогая! Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы пройдемся опять по Катании, зайдем в тракторию Катании, там, где готовят рыбу. Магазин называется Made in Sicily. Έχει τα κούνημα κάκτους, να ξέρεις. Ε, μια κόστα. Σερίωσκα. 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 Non è un euro un bel cestino di insalata, con un euro chi la vuole? Dai, chi la vuole? Rimani, si fa il roccole! Oggi mi mangiate le roccole! Questo è il nostro siciliano sir. E, наверное, сверну вот здесь, да. Я ще иду в другое место. Пошли же цветочки. Разные мелкие кактусики. Вот красивый. Базилик, все подряд. Вот эти симпатишки такие. Книги тоже на базаре продают. Что только не продают. Какое-то старое барахло. Такие рынки вещевые. То есть, как же привыкла я. Сумки продали, все подряд продали. Здесь на рынке часто выбрасывают товар из магазина. Магазины уже, когда новый сезон начинается, они выбрасывают на рынок эти вещи. Ну, выбрасывают на продажу. Не держат, как у нас в магазинах, торговля как-то. На следующий сезон будут продавать по той же цене. Здесь такого нет. По любой цене они их скидывают. Уже магазин очищают для продажи новой. И на рынке эти вещи. Единственное, что, конечно, уже нужно смотреть не все размеры. Или в единственных экземплярах то, что остается. В воскресенье никто не работает.
У нас суббота-воскресенье рынки, здесь нет. Вот это моя книга. Я купила себе вот такие очки. Они меня просто очень рассмешили, поэтому я их купила. Мне кажется, они очень веселыми. Все подряд. Кстати, надо посмотреть купальники. Может, есть фирменные. Идем в рыбную тракторию. Посмотрим, какие есть там блюда. Я там буду первый раз. Мы будем кушать типика сичильяна, пеше ди ма. Вот это у нас мы взяли антипасту. Кто что хочет, тот то и берет. Там вот так антипаста лежит. Ты просто ее просто берешь антипасту. Это перед тем, как заказать макароны и все остальное. Паста набирается сама. Если хотите сами, если не хотите, вам принесет официант. Вот так она просто стоит. И вот эта рыба свежая, которую ты можешь заказывать на приготовление. Паста нейро. Каракатицы так выглядят. Страшненькие такие, из которых делается паста нейро. Нам принесли рыбку. Микс рыбы. С лимончиком. Приятного нам аппетита. Faccio pubblicità per vostra trattoria. Trattoria находится на Piazza Borga. Come si chiama questa? Ho pensato Piazza Borga. No, no, per catanese si chiama Piazza Borgo. Ah. Però se tu cerchi nel navigatore risulta Piazza Cavour. Ah, sì. Ho capito. Клубничка на рынке. Огромнейшая клубничка.